Сегодня президент России Владимир Путин удостоил орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени Исмаила Хаджибердиева. Муфтия Карачаево-Черкесии, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира, духовно-нравственное воспитание молодежи. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил муфтия с такой высокой заслуженной наградой. Исмаил Хаджи достойно несет возложенную на него миссию. Во многом благодаря его мудрой и созидательной работе в Карачаево-Черкесии гармонично развиваются межнациональные отношения, укрепляются духовные ценности ислама. Молодежь воспитывается на принципах взаимоуважения, милосердия и любви к ближнему. Желаю Исмаилу Хаджи сил, крепкого здоровья и дальнейших успехов в непростой, но важной и нужной деятельности, отметил Рашид Тимрезов.